Привет из Инзы! Здравствуйте, дорогие! Пользуясь свободной минутой и отсутствием людей в штабе, решил немножко побеседовать с вами. Я с нетерпением жду от вас писем и, пожалуйста, ничего не скрывайте от меня, так как я хочу знать все, чем вы дышите. Надеюсь, что вы мужественно переносите обрушившиеся на нас невзгоды. Пройдет это тяжелое время, и мы все, кому суждено будет остаться живым, соберемся у себя на родном пепелище. А если и умереть придется, то отдать жизнь за Родину – это великое счастье, хотя чертовски хочется жить по-настоящему, по-человечески, много и много лет, чтобы самому увидеть то, за что миллионы дорогих нам людей отдают и отдали свои жизни. Я реально представляю это лучшее будущее и готов биться за него до последней капли крови. Бочкин Вячеслав Андреевич родился в Грязовце, воентехник первого ранга, погиб 5 октября 1943 года.